Всем здравствуйте. Где-то примерно год назад, даже уже чуть больше года, я написала один стих. Тогда я думала, что скоро он станет неактуальным, но недавно, найдя этот стих, я поняла, что прошел год, и эта ситуация усугубилась сейчас еще больше и стала напоминать, в общем-то, новый мировой порядок. Тогда уже об этом говорили, но не хотелось верить, что так будет. И сейчас уже в Москве начали вводить QR-коды, пока что только для посещения кафе и ресторанов. Но все идет к тому, что в дальнейшем власти сами это не исключают. Могут быть QR-коды и для похода, ну, вообще куда угодно, и в магазин за продуктами, и в общественный транспорт, и для поездок на такси. Вот. И все это, конечно, ужасно. И вот он, этот стих, который я написала, напоминаю, еще тогда, больше года назад. Стих называется «Страх». Страх – это залог выживания, один из первобытных инстинктов. Сейчас через страх управляют сознанием, хотят сделать его новой религией, новой молитвой. Страх – это орудие новое, психотропное. Ведь боящиеся управляемы. Из боящихся можно сделать подопытных. Из тех, кто особо внушаемы. А те, кто владеют критичным сознанием, кто всегда и во всем сомневаются, они тоже по-своему управляемы. Хоть пока еще сопротивляются. Нас пугают, что схлопнутся легкие, а если даже не схлопнутся, то в больнице не хватит койки или кислород закончится. Зато вакцины хватит на всех. Вставайте послушно в очередь. Лекарств не хватает в аптеках, но вакцины у нас не кончатся.